Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Всем привет. Меня зовут Ямак. Продолжаем играть в Homeworld Remastered. И у нас аж четвертая миссия. Периметр гиены. Задача кораблей флота проскользнуть мимо вейгров, патрулирующих периметр поля астероидов у гиены, оставшись незамеченными. По-моему, это та самая миссия, которую я в детстве забросил вот вообще всю эту игру. Потому что тут надо было, по-моему, перемещаться в полях астероидов. И у меня постоянно это не получалось, постоянно у меня корабли вылазили за пределы. Вот. А, по-моему, сохраняться я тогда не умел. Да. Ладно. Ролик смотрите в предыдущей серии, я не буду повторно его слушать, неохота. Периметр гиены огненной. Космос здесь, конечно. We have exited hyperspace on the outskirts of the Genna. А что за солнце, я не понял. Сходит. Почему в закате оказались? The Vagar's hyperspace inhibitors are located on asteroids throughout this sector. Так. We must destroy the inhibitors and disable the field if we are to reach Genna undetected. Так. The Vagar command is located here. It must be neutralized. В смысле neutralized? Long range scans detect heavy vagar activity in this region. Advise caution. Не та миссия. Ой, что у меня осталось по войскам-то, я забыл. Что-то я уж давно не играл, если честно. Гиперпространство ингибитор. А ну. А ингибиторов я могу просто уничтожить. И как мне оставаться незамеченным? Ready. Бомбардировщиков хватит, интересно. Бы знать. Ушает максимальную скорость бомбардировщика. А давай. Беру. Reporting. Group 2 copies. Group 2 reporting. Так, штурмовики. Фрегаты. Фрегаты. Roger. Standing by. Group 4 reinforced. Так. Это у нас вся мелочь. А это не мелочь. Подожди. Это у нас бомбардировщики. Это у нас перехватчики. Давайте перехватчиков построим. Немножечко. Так, а где у нас тут ресурсы? Аж у этих штук. Это мне не нравится. А прикиньте, я сейчас туда прилечу, а там жажа. Усовершенствование системы датчиков. Улучшение действий базовой системы датчиков. Давайте прокачаем. Исследовательский модуль плюс. Interceptor squadron complete. Минный заградитель. Не загораживай, пожалуйста. Да, я уже заметил. Я понял. Короче говоря, зря я. Сходу так полетел туда. Mothership sensors array complete. Group 1, Roger. Group 1 reinforced. Interceptor squadron complete. Group 1 reports enemy contact. Так, двоечка, давайте отступим. Group 1 reports victory. Group 2 underway. Group 2 reports enemy contact. К нам тут много кто летит, надо сказать. Supporting friendly units. Ready. Group 1 reinforced. Group 2 under attack. Moving to intercept. А вы чё? Bomber squadron стоите? Group 3 copies. Moving to так, Бомбер Сквадрон, ваша задача вот эту хрень сломать. А ваша задача захватить лазерный корвет. Печально. Group 3 reporting. Group 4. Group 4 copies. Drop all weapons on target. Ready. Group 8 standing by. Group 8 under attack. On our way. Target confirmed. Latch points locked in. Group 1 standing by. Пока ингибиторы ломаете.
а мы займемся всякими вещами. Так, вы очень медленные. Это не ресурсы? Ой. Штурмовой фрегат. Ой, а что так больно-то? По-моему, бомбануло. Stabilizers offline. Ready. Group 1 copies. Moving to intercept. I'm taking hits here. Group 6 under attack. Что-то я, короче, тут явно не так сделал, как надо. В общем, надо было всем флотом, как обычно, лететь. Вообще, в этих миссиях, по-моему, лететь целиком флотом гораздо выгоднее, чем разделять его. Ладно, давайте переиграем. Что-то какая-то херня получилась. Я просто не знал, что там такая пачка войск сразу припрется. Сейчас подотстроим немножечко дополнительно войск и отправим их всех скопом. Врата они все нагло используют, блин. Я почему-то не могу врата использовать. А они, значит, всё используют. Потому что почему бы и нет, действительно. Да иди ж ты. Ой, хоть пропустить можно ролик. Ничего себе. Так, бомбардирин. Минные заграждения. Что-то мне не очень интересно пока. У меня торпедный фрегат, по-моему, вообще нет. Строительство. Production underway. Production underway. Пульсарный штурмовик. Upgrade. А у меня корветы по фулу, да? Фабрика фрегатов у нас на транспортном корабле. Мы здесь, пожалуй, построимся. Berths are clear. Construction underway. Construction underway. Resource collector awaiting orders. Mothership sensors array complete. У меня же есть исследовательский модуль. Complete. Заряжена система датчиков. Вот, пока отстраиваемся. А там посмотрим. Acknowledged. Group 4 reporting. Probe dispatched. Acknowledged. Standing by. Group 1 designated. Roger. Copy. Прекрати выделять Ready. Не то, что мне надо. Interceptor squadron complete. Ready. Torpedo frigate complete. Group 2 reinforced. Больше фрегатов, богу фрегатов. The enemy is using hyperspace gates to bring reinforcements. Use this to our advantage. Frigates will be able to capture the gates. А че тут этот ингибитор не работает против собственных его войск? Да странно. Потому что я помню, там, допустим, гравитационный колодец. У меня работал и против моих юнитов тоже. Group 1 reinforced. Standing by. Group 2 copies. Ready. Group 4 reporting. Ready. Group 4 reinforced. Очередь кораблей пуста. Group 1 copies. Acknowledged. Group 1 copies. Что маловато перехватчиков парочку еще построить, пожалуйста. Underway. Flak frigate complete. Платформы какие-то оружейные, видимо, для защиты. Следовательский модуль плюс. Пока не будем. Прочность брони. Фрегат зенитчик. Максимальная скорость. Ну, я потом подумаю об этом, да. Как найду возможность ресурсы добывать. Group 4, copy. Group 1. Group 4.
Group 8. Group 1, confirmed. Group 1, reinforced. Marine frigate, complete. Group 2, reporting. Reporting. Ready. Group 8, copies. Пока просто отстраиваем корабли. Я думаю, наверное, имеет смысл... А где-то был здесь транспортный корабль. Видимо, его больше не видать. Сейчас построим зонд. Найдем транспортника и уничтожим его просто. Group 1 reporting. Roger. Group 1 reinforced. Че, все? Блок, что ли? Да нет. Истребители еще можно строить. А что не так? В данный момент объект... А, подожди. Пардон. Production underway. Production underway. Group 4 standing by. Torpedo frigate complete. Acknowledged. Group 6 reporting. Standing by. Group 4 standing by. Больше войск. Mothership. Зонд я все-таки, наверное, здесь построю. А, нет, он... Все равно... В очередь становится. Ну-ка, интересно, как они отсюда выходят вообще. Mothership. Group 2 copies. Flak frigate complete. Roger. Group 2 reinforced. Group 4 reporting. Ready. Group 4, standing by. А ну покажи, как ты отсюда вылетаешь. Или они не из этих штук вылетают. Не из модулей. Roger. Group 4 copies. Group 3. Bomber squadron complete. Mothership. Ну, нет, смотри-ка. А, ну прямо из Мазершипа вылетает, ну окей. Так. 3, 4. Group 3 copies. Group 4, Group 5 reporting. Probe complete. Group 1, Group 3 reporting. И то у нас будет Control 9 войска. Group 1 reporting. Group 2 copy. Зонд. Reporting. Покажи-ка мне, где у вас транспортник. Group 1 standing by. Strike group acknowledged. Group 8 standing by. Acknowledged. Ага. Вот транспортник, я считаю, надо его уничтожить, а потом уже заниматься захватом всего вот этого вот. Group 9 copy. Того, что нам надо уничтожить там. Group 4. Probe in position. Group 8 copies. Group 1. Понеслось. Strike group coordinates locked in. Group 6 copies. Guard order confirmed. Group 7 copies. Escort pattern locked in. Group 8 standing by. Group 3 reporting. Copy. Group 9. Ой. Group 9. Ready. Group 9 reinforced. Group 3. Group 9. Strike group moving in. Корвет. Тяжелый фрегат. Или что там, тяжелый ракетный фрегат, он тут падла. Так, а против фрегатов у нас что работает? Торпедные фрегаты, да? Корветы, фрегаты после усовершенствования. Что нужно? Усовершенствовать. А? Хреново. Group 9 reporting. Блин, он туда поехал. Мне не очень нравится, что он прям сюда попадает. Тяжелый ракетный фрегат. Падла. Чё? Центр управления? Полетами. Я могу, конечно, попытаться захватить вот этот транспортный корабль. Но с прошлой миссии у меня осталось впечатление, что...
Что-то тут с этим не так, с захватом. Плазменный истребитель, нихерась. Сейчас он, наверное, развернется, поплывет в обратную сторону, и мы его перехватим. Все, конечно, довольно долго времени занимает, но... Щитё поделить. Так, а что у нас по ресурсам-то? Тут ресурсы... И все. Вон там еще ресурс, понятно. Надо выходить на перехват-то уже. То не успею поймать. Strike group coordinates locked in. Defensive perimeter set. Resource operation reporting enemy contact. We've got a situation here. Group 2. Subsystem target acquired. Group 1. Moving to intercept. Group 3 standing by. Engage capital ship. Attacking capital ship. Group 2 reporting. Group 6. Repair order confirmed. Group 6 reports enemy contact. Я заметил, да. Оп-оп-оп-оп-оп. Успеем его развалить, прежде чем на нас наедут. Или нет? Ой-ой-ой, там толпа. Валим нахер. Group 9 reporting. Moving to destination. Group 3 reports enemy contact. Плохо. Я не хочу с фрегатами связываться сейчас. Я бросил все свои фрегаты, да? Отлично. Отступаем! Они что-то нас даже особо не атакуют. Ну и ладно. Нам же проще. Так, давайте. О, оказывается, тут ресурсы есть. Я что-то даже не заметил. Вот это вот немножечко. Так. Зачем нам эти, блин, врата? Телепортироваться туда или что? Group 6 reporting. Collection confirmed. En route. Штурмовой фрегат. Фрегатырин. Ну, там войск довольно много здесь собралось так-то. Group 1 copies. Так, ладно, давайте мы сейчас вот сюда выстроимся. Group 7 copies. Group 6 copies. Мне не очень нравится, что в этой части... Сборщик ресурсов одновременно еще и ремонтники. Мне неудобно ими рулить таким образом. Group 8. Group 9 copies. А, у них еще один транспортник появился. Ой-ой, ко мне летят. Твою мать. Group 1 reporting. Attack coordinates locked in. Group 1 reporting. Lock all weapons on target. Attack vector laid in. Group 3 copies. Strike group prepare for assault. Group 1 copies. По-моему, я сейчас отхвачу немножечко. Strike group reports hostile contact. Надо было минный заградитель построить и мины нарисовать. Group 2 copies. Group 4 reports enemy contact. Supporting friendly units. Under fire, requesting orders. А вы-то куда, блин, полетели? Bomber squadron under attack. Group 8 copies. Destination locked in.
Group 3, standing by. Moving to intercept. Take the damage, please. Group 3 reporting. Strike group, prepare for assault. Group 3, standing by. Carrier under attack. А чё, собственно, и не строю-то его. Interceptor squad. В данное время объект недоступен. А что нужно для него? Group 3 reports victory. Фабрика транспортных кораблей. Under attack. What's the call? А чё надо-то? Group 3. Engaging. Group 4. А вы ч... А. Group 8 copies. Destination locked in. Target confirmed. Latch points locked in. Group 1. Attack coordinates locked in. Group 3 reporting. Group 4 standing by. Group 2 reporting. Attack vector laid in. Group 8 under attack. Ой, фрегата уничтожают. Что-то как-то не очень столкновение. Там еще один транспортник прилетел. Что нужно для строительства минного заградителя? В данном времени объект недоступен. Видимо, нет, их 5 я могу сделать. А что нужно? Исследования какие-то? А вот он, понятно. Group 8 under attack. All right, stay with me now. Group 8 reporting under attack. Jamcon level 2. Group 8 reporting. Group 4 under attack. Group 8 under attack. Упс, по-моему, врата сейчас разнесут нахер. Frigate lost. Group 2 engage capital ship. Group 8. Group 1 copies. Research complete. Nuclear jets available for construction. Interceptor squadron under attack. Marines going in. Почему? Underway. Почему нельзя? Что запрещает? Минные заградители. Э? Типа, а, корвет, это считается корвет? Group 3 has defeated the enemy. Bomber squadron under attack. Group 1 standing by. Ну, так себе, если честно, отвоевал. Group 4 copies. О, я захватил себе врата. Только хер его знает, зачем они мне. Напасть непосредственно на транспортный корабль. Позволяет, да? Так. Group 9 reporting. Target confirmed. Local resources exhausted fleet. Moving on. Так, что у нас там по мелочи? По мелочи-то все хорошо, на самом деле. Меня фрегаты поуничтожили. Это да. Confirmed. Assembly underway. Group 8. Berths are clear. Assembly underway. Пусть строится тогда. А, и корветов, наверное, тоже можно. Нет, корветов у меня фулл. Так, а построй ко мне парочку сборщиков ресурсов, чтобы они починили мне корабли. Что у нас там по ресурсам-то? Последние сжирают. Тут какие-то образовались теперь после взрывов. У нас еще один зонд есть, надо бы его отправить. Посмотреть, что вот тут находится. А что с этими вратами-то делать? Как они работают? Эх, хз. Вот еще ресурс. Group 6 reporting. There's nothing left out here. Ready. Group 1 reporting. Group 1 reinforced. Reporting. Group 2 reporting. Я хотел построить минный заградитель, но не получится уже, да? Order confirmed. Reporting. Group 4. On our way. Resource collector complete. Group 6 reporting. Так, у вас тут, я смотрю, все. Torpedo frigate. Отправляйте туда. Collection confirmed. Group 7 reporting. Understood. Roger. Copy.
4 copies. Destination locked in. Все в одну точку. Хотя, конечно, это не самая лучшая идея среди моих. Mothership. Mothership. Resource collector complete. Group 1 standing by. Group 6 reporting. Confirmed. Чем я контрол? А, блин, у меня же была контрол 8. Нет! Вы не те вообще ребята. Пацаны вообще ребята. Так. Контрол 6. 7, 8, 9. Блин, ну когда контрол 0. Group 8 assigned. Group 6 copies. Вперед, на ресурсы. Mothership. Перехватчик можно прокачать. Давайте броню, что ли, фрегатом качнем. Точно, как они какие-то вялые. Group 1 standing by. Group 10. Чинить. Group 1 copies. Group 4. Flak frigate complete. Assembly underway. Не, подожди. Mothership. Не люблю это переключение между разными кораблями для производства. Мне не хватает групп. Ого, чинит, понимаешь? И долго учинить, интересно, будете? Мне бы какие-нибудь фрегаты поддержки, которые были раньше. Или, может быть, транспортник таскать вместе с ними, но он медленный. А с другой стороны, тут у него залетели и починились. Давайте, наверное, мы сюда транспортник вытащим. А всю вот эту вот веселую ребятню сюда сдвинем. Upgrade complete. Torpedo frigate complete. Group 5 standing by. Group 5 reporting. Roger. Standing by. Так, зонд. Отправляйся-ка сюда. Куда-нибудь в бок немножечко, чтобы тебя не убили сразу. Group 4 copies. Acknowledged. Group 4 reinforced. Так. Group 10 reporting. Repair order confirmed. Чинить. У нас же сам Mothership не двигается сейчас. Mothership underway. А, нет, двигается, смотри-ка. Ну, пусть двигается потихонечку. Flak frigate complete. Сколько же я там фрегатов-то заказал? Ну, в принципе, еще можно производить. Group 4 reinforced. Так, а вы куда собрались? Ага, полетел, падла, уничтожать. Негодяй! Group 1 standing by. Group 1. Group 10 copies. Resource operation reporting enemy contact. Understood. Repair target locked in. Спокойно. Какие у вас? Нет никаких врагов. Group 4. Если опять же сюда нападу сейчас, тут как пить дать вылезет какая-нибудь дрянь и разнесет мне всю флотилию. Или не разнесет. А ну. Проверим. Даже... повышает максимальную скорость перехватчиков. Group 4, standing by. Local resources exhausted. Fleet moving on. Copy. Group 4 reinforced. Copy. Group 1 standing by. Dock order confirmed. Group 2 copies. Пиу-пиу-пиу. Цель-то пока уничтожить ингибитор, а потом наверняка нужно будет захватить какой-нибудь флот. Негодяйский. Ой-ой-ой, а что так больно-то? А тогда твари, нифига себе она. Злобная. Target confirmed. Acknowledged. Destination locked in.
Зонд еще один, пожалуйста, можно? Production underway. Group 6. Group 4. Group 10 standing by. Repair order confirmed. Так, вы закончили, нет? Че это, блин, за паук сидит тут? Изображает из себя ингибитор. Почему он так медленно убивается? Непонятно. Какие-то они тустенькие. Да, я знаю. Давайте починились, слетали. Зонд у нас сейчас отправится к этому ингибитору. Посмотрим, что там. Attention fleet, we have too many collectors here. Expect delays. Group 6. Та ты шо? Слишком много коллекторов. Ай-яй-яй. Catch you on the inward bounder. Ready. А, ну да. Давайте построим еще один мобильный перерабатывающий завод. Пусть его будет два. Так, что видит у нас зонд? Зонд у нас видит мобильный заградитель, врата. Group 2, copies. А у меня осталось всего две группы, да, по-моему? Перехватчиков, бомбардировщиков. Давайте... Не, подожди, а что у меня такое? С бомбардированными. О, прикольно. Так. У меня слишком много бомбардировщиков. Ишу. Копи. 4 всего отряда. Странно. Mobile refinery complete. Group 2 standing by. Group 5 reporting. Ready. Group 7 copies. Group 7 reinforced. Так, давай сюда. All route. Group 2 reporting. Но по идее должно хватить бомбардировщиков, чтобы уничтожить здесь ингибиторы. Resources exhausted. Roger. All route. Group 1 reporting. Understood. Group 2 copies. Moving to intercept. Полетели унижать. Так, давайте исследование проведем, что ли. Пока суть до дела. Исследование штука полезная. Group 2. Reporting. Group 2. Убить. Бабах. Уничтожить врата, хотя мы транспортные корабли уничтожили, в принципе, из них уже никто не выйти-то не должен. Но мы уничтожим, на всякий случай. Кто вас, блин, атакует, я понять не могу. Уже же никто. Я уверен в этом. Все, ресурсы кончились. Это вот печально. Вот ресурсы еще есть. Вперед. Кто тебя бьет? Group 2 has defeated the enemy. We can now initiate a tactical hyperspace jump and move our fleet to within striking distance of the command station. Подожди, я не закончил еще подготовку. Что не все сделано? Ну, кто меня спрашивать будет, да? Пиздуй давай в гиперпространство. Потому что мы так захотели. Не ты управляешь этим флотом, а мы. Я вообще-то там ресурсы собирал. Да, никого не волнует, да? Если сейчас оттуда какая-нибудь швальпа вылезет. Что значит neutralized? Уничтожить? Или что? Уничтожить центр управления, разбить оставшиеся силы. Ну потрясающе, то есть там кто-то еще есть, а я должен, как мудак, огребать тут. Ничего тут по ресурсам. Мне ресурсы нужны, отдайте мне ресурсы, сволочь. Вот какие-то. Group 6 copies.
понеслась. Так, давайте хотя бы зонд запустим. Так, где... Починитесь, слетайте. Что-то музыка какая-то там заиграла. Подозрительная. Исследования-то закончились хоть? Исследования закончились. Построй мне зонд, посмотрим, что там. Group 6 copies. Group 1 copies. Group 1. Group 2 reporting. Group 1 reporting. Probe complete. Так, отправляйся сюда. Ого, ты чё он такой здоровый-то? Зонды вроде как невидимые должны быть, чтобы враги их не уничтожали, а наши зонды какие-то, блин, я не знаю, гигантские. Их видят все и их все уничтожают. Центр управления выиграв, он какой-то покосяченный. Так, тут... Ого! Это верфь! Корвет, транспортник и сборщик ресурсов. Но у них мало что осталось. Единственное, что вопрос вызывает... А, собственно, не сидит ли там что-нибудь внутри этих кораблей? Так, 8, 0, 9 перестроиться в тяжелую фалангу, например. И выдвинуться туда. Мы, наверное, не будем нападать сначала на сам этот центр, мы нападем по возможности на вот это вот. Так. Да? А, блин. Да нет, вроде не закончилось. Ну, поехали тогда. Хрен с тобой. Понеслась. Так, транспортник, наверное, надо с собой взять. Тяжелый ракетный фрегат, от падлы. Еще могу, в принципе, фрегатов построить. Фрегатов. Уничтожить. То есть его захватывать не надо, его надо уничтожить именно. Окей. Будем ломать. Тяжелый ракетный фрегат. Кто-то его будет захватить на самом деле. Тяжелый ракетный фрегат. У меня таких нет. Ну, там как получится. Раньше-то были корветы захвата, они были относительно дешевые. А вот... За что вы мой зонд не любите так? Сколько у него? 100 тысяч хп. Ломай его, пацаны! Вали его на бок! Ломай ему что-нибудь. А попробуйте захватить. Да, блин. Конечно. Capture target acquired. Stand by for insertion. Destination locked in. Group 9. Сильно сомневаюсь, что получится его захватить. Слишком сильное месиво. Ну, авось.
верфь это тут образовалась. Бум, ракеты летят такие. Хватит бомбить. Скотина. Смотри, он стреляет прям в него. Чё за бред? Как он может в него стрелять-то, япона-мать? Он над ним находится. Все, бомбанули мы эту хрень. А он продолжает по нему бомбить. Это что такая бредятина? Да, короче. Вы пока занимаетесь. Он продолжает стрелять по нему. Вы же конченые. Кто, блин, эту игру разрабатывал? Это бред. О, у нас теперь новый фрегат. Бабануло. Я даже истребитель-то не потерял. Я вообще, по-моему, никого не потерял. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу такие. Пиу-пиу-пиу. Корветы пуляют. Да что-то как-то на изичек. Одни сборщики ресурсов в верфи остались, смогли бы что-нибудь построить там, например. Вот, фабрику снесли. Она так исчезла просто, пиньк, испарилась. Никаких взрывов, ничего. Забавно, конечно. О, что-то построили, смотри, бомбардировщик построили. Это штурмовой фрегат. Ну тут уже ловить особо нечего. Захват просто не успею его физически. Его разнесут быстрее. Ой, сейчас как бомбанет. Половину войск мне разнеслось в итоге, или нет? Да не. The enemy command station has been neutralized. We can now safely move forward into the Genna asteroid field undetected. Oracle coordinates locked in. Все. Миссия выполнена. Целиком и полностью. Data from the Vager base confirms extensive archaeological digs are underway across this entire sector. The coordinates provided to us by the Bentuzi indicate the Oracle is located here. We must recover the Oracle before the enemy. А вот на этой миссии я, по-моему, бросил в свое время игру, вот эти пылевые облака дурацкие. Чё это за глыба там впереди? Гиена. Гена. Short jump coordinates in perfect alignment. A minor disturbance in the hyperspace core has been detected. We have arrived without alerting the Vager. Да-да-да-да-да, я помню вот эту вот колбасу, по которой лететь надо. The Vager are also searching for the Oracle, but without the information provided to us by the Bentuzi, they are unlikely to find it. A marine frigate must dock with the dig site in order to retrieve the Oracle.
Prepare for resistance. The site will be well guarded. Каких раскопок? Что тут можно копать в космосе? We must remain hidden inside the field to advance undetected. Вот, я помню, что я парился здесь вот, с управлением в этих пылевых облаках, потому что если здесь выйти из облаков, то тебя сразу, по-моему, фейл миссии засчитывают. Вот, и я тогда бросил игру, в свое время я не стал больше проходить. Вот, ну ладно, на сегодня, я думаю, мы закончим. С вами был Ведьмак, спасибо, что смотрели, подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите смотреть еще. Всем пока.